Всем огромный привет! Сегодня у нас обзор футболок в магазине «Фамилия». Присаживайтесь поудобней. Приятного просмотра! Кстати, это Москва. Адрес: улица Авангардная, дом 3. Вот такая футболка. Красивый цвет. Светло-бежевая. Можно отнести к базовым вещам. Длинный рукав. Фуфайка женская, 349 рублей. Дальше. Черная футболка «Твое». Тоже длинный рукав. Нет, к сожалению. А вот такая розовая. «Бонжур, привет». Надписи. Всего лишь 29 рублей, девочки, вообще, можно сказать, даром. Это коллизион, 100% хлопок, произведено в Турции. Белая футболка. Такой ненавязчивый рисунок, бледненький на груди есть. Цена 229 рублей. Вот это 299 рублей. Сенсей. Приятная тоже расцветка, полосатенькая. Дальше светло-розовая футболочка «Твое», 44 размера. Цена 109 рублей. Более насыщенный цвет розовый, фуксия. Футболка. 199 рублей. Что еще вам показать? Твое. Светлый лавандовый цвет, тоже красивый. Короткий рукав, футболочка. Цена 59 рублей. Розовая, 129 рублей, без рисунка. Да, 129 рублей, Magic Lady. Серая базовая футболка T&B. А цена 189 рублей. Это у нас кофта. Завязывается на талии. $39. Блузка, короткий рукав. Это Zola. Со скидкой 80%. Яркий-яркий топ. Он наизнанку, но в принципе здесь понятно. Это Pinky, турецкий бренд. Красивая расцветка, яркая. 159 рублей всего лишь. И вискоза в составе. Хороший состав. А это уже у нас как блузочка. Рукав 3 четверти. Ну, даже нет, чуть-чуть покороче. 559 рублей. Be Free, Китай. Ну, вот это красивый цвет. Пыльная роза. Футболка такая свободная. Цена. Сейчас будем смотреть. Цена 229 рублей всего лишь, 44 размерчик. Ярко-ярко-оранжевая футболка. Кружевной край, горло отделано. Women's Secret 629 рублей. Ну, это обычно домашняя одежда у Women's Secret. Так. Ярко-салатовая. Такая без рукавов, с птицей на груди. Цена 389 рублей. Это Cross Jeans, кстати. Турецкий хороший бренд, качественные джинсы у них хорошие. У меня много их джинс, ношу не один год. Only.
Ну, такая блузка немножко переливается, стразики есть, ну, такие металлические, мелкие бусинки. На ней, а цена 239 рублей. Лиоцел состав. Кстати, кто знает, что это такое, что это за материал, искусственный или натуральный, пишите, пожалуйста, в комментариях. Это футболочка, обычно у них тоже домашняя одежда. Хороший бренд. Так, где у нас ценничек внизу? Вот он, да, 899 рублей. Тоже натуральный состав. Вот такая футболочка М-ка с надписью «Привет» на груди. Цена 229 рублей. Корсо. Бренд мне не знаком, не встречала. А, Корсо да Винчи. Да, такой есть фамилии. Футболочка цвета хаки. Надпись на груди. Тоненькая такая ткань. Цена 389 рублей. 8 Second. Страна производства Корея. Вообще впервые вижу. Вот такая тоже цвета хаки. Твое. Футболка. Цена 29 рублей. С коротким рукавом. Так, что еще? Какие еще есть футболки? Вот это прикольная, кстати. Надпись лаконичная на груди на английском. Классная футболочка. Такую бы я тоже взяла. 699 рублей. 100% хлопок. Пен Шерман бренд. А вот это Диадора. Спортивный бренд. Цена 999 рублей Китай, тоже хлопок в составе. Вот такая тоже интересная футболочка. Такой молочный белый, не кипельно-белый. Сочетание цветов красивое, гармоничное. 339 рублей. Незнаком бренд тоже. Сенсей. Так, а вот это Оклахома. Оклахома джинс, надпись на груди. Цена 339 рублей. 100% хлопок. Производство Бангладеш. Вот, девочки, сейчас время закупать футболки зимой на лето. Черная, короткий рукав. 189 рублей всего лишь. Муд, полиэстан в составе. Вот такая тоже интересная, розовая, сердечко на груди, summer, надпись. Тоже видим розовый ценничек с большой скидкой. 339 рублей. Колорадо Дени бренд. Такая тоже яркая летняя расцветка. А цена? Сейчас поищем внизу. Цена 229 рублей. Ом Лондон. Бренд. А это у нас топик, но он как бодик. И маленький-маленький, наверное, 40-й размер. Тейли Вейджел. Прям вообще малюсенький размерчик. Daily Vagel. Так, 489 рублей. Написано 46, но это явно не 46. Спасибо за просмотр. Пальчик вверх. Приятного.